Раньше фельдшерско-акушерский пункт находился в одном здании с библиотекой и детским садом. По словам врачей, принимать пациентов было неудобно. Теперь все будет по-другому. Делить площадь ни с кем не придется. Строить новый ФАП начали в конце прошлого года. Стоимость работ – 3 миллиона рублей. Срок эксплуатации такого медицинского пункта – минимум 15 лет. Сейчас все готово. Осталось получить лицензию. Не самое малое село, значит, село перспективное, потому что хозяйство здесь очень ускоренными темпами развивается. Есть у людей работа, поэтому оттока, как в большинстве других населенных пунктов населения, здесь не наблюдается. И поэтому я думаю, что будет востребован ФАП, конечно. За день в ФАПе будут принимать до 15 пациентов с ОРВИ, заболеваниями сердца, отравлениями. Работают фельдшер и санитар. Для приема есть все необходимое. Процедурный кабинет, совмещенный с прививочным. Кабинет приема, совмещенный со смотровым, санузел. Общая площадь почти 70 квадратных метров. Эмоции, конечно, переполняют. Здание прекрасное. Все новое, чистое. Все вообще это мечта, конечно. Ждали в течение года, наверное. То есть от момента с фундамента. Много лет проработала я уже, конечно, это подарок какой-то. Сейчас в нашем регионе работает 11 новых ФАПов в Алтайском, Павловском, Топчихинском и Чирышском районах. Их построили в конце прошлого и в начале этого года. Еще 5 закончат до конца 2019-го. Анна Алымова, Ярослав Улымов, Михаил Лифуншан. Новости.